В рамках визита министра иностранных дел Руслана Казакбаева в городе Брюссель состоялась встреча с еврокомиссаром по вопросам соседства и расширения Оливером Вархеле. В ходе встречи министр Казакбаев проинформировал об общественно-политической и социально-экономической ситуации в Кыргызской республике и предстоящих парламентских выборах. Особое внимание было уделено перспективам дальнейшего взаимодействия в соответствии с новым парафированным соглашением о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Кыргызской республикой и ЕС, а также упрощению визового режима для въезда на территорию ЕС. В этом контексте стороны обсудили возможности совместной работы по проектам в сферах взаимосвязанности транспорта и энергетики.